Вдохновить молодежь, поделиться опытом с коллегами и рассказать личные истории, которые найдут отклик в сердце каждого. Накануне участники форума «Иволга» посетили лекторий образовательной смены «Единство поколений». Организаторы пригласили почетных гостей выступить перед аудиторией. Одним из ключевых спикеров на экваторе форума стал председатель Самарской гордумы Алексей Дегтев. Самое главное не быть, как я всегда говорю, диванными экспертами, вот, а собственными руками, в прямом смысле слова, собственными нашими идеями, значит, Парламентарий презентовал собравшимся изделия самарских школьников. Спецсредства, которые создают ребята, отправляют бойцам в зону СВО. Это штурмовые кошки, которые, так сказать, используются для разминирования, для форсирования препятствий заминированного характера, вот, и в том числе эвакуации раненых. Алексей Дегтев обсудил с коллегами и талантливой молодежи современные тенденции в области применения методик военно-патриотического воспитания, показал участникам сессии виртуальный фотоальбом, созданный во время пребывания самарской делегации в зоне СВО, и рассказал собравшимся о личных встречах с бойцами на передовой. В завершении лектория спикеры и гости форума вместе исполнили бессмертную песню из культового фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Сомнений прочих входит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Анатолий Головко, Константин Головин. События.